Охуеть. Первый взвод, внимание. Сержант Моди должен мне полсотни баксов, потому что, похоже, операция «Оверлорд» идет успешно. Наши британские и канадские друзья достигли большинства целей. И за исключением Амахи по всему берегу все прошло достаточно гладко. Десант был выброшен неудачно, но десантники сформировали смешанные соединения и выполнили большую часть назначенных на день Д задач. Я очень горжусь всеми вами. Как вы знаете, сержант Моди и рядовые Элдер и Мартин пробились через линию немецкой обороны, чтобы передать сообщение в штаб-квартиру батальона. Если бы не они, штаб вряд ли прислал бы нам подкрепление, чтобы помочь занять Сен-Мер-Эглис. В штабе Моди Элдер и Мартин получили приказ уничтожить немецкую батарею в Брикур-Менор и противостояли целому взводу немцев с горсточкой людей. Похоже, кое-кто из командования заметил вас. Наш отряд выведен из состава 101-й дивизии, и теперь нас будут использовать для выполнения особых заданий в тылу врага. Так что я предлагаю вам освежить в памяти свой немецкий и заняться подготовкой, пока у нас есть такая возможность. Ребята, всем привет! Сегодня у нас съёмочная часть по Call of Duty. Продолжаем. Слева МГ-42. Справа сторожевой пост. Меня они не заметили. Будем надеяться. Капитан Прайс и майор Инграм? Скорее всего, в большом доме. Мартин, принимай командование. Надо убрать этот пулемет. Хардинг и Брукс, заберите грузовик, встретимся перед замком. Все остальные за Мартином. Вперед! Джигра! Блять! Отличная работа, Мартин. Все перевели дух. А теперь придется повторить все сначала. Нехуй петь, блядь, вот так у нас. Заберешь все документы, вырубишь связь, потом встретимся. Мы с сержантом Моди поищем Прайса Инграма. Шевелитесь! Ah!
Остановитесь! Ебало завали нахуй. Что там спецназ, блядь? Долбоёбы нахуй. Хорош, блядь. Це нахуй у мене група нахуй захватила, так? Правий фланг! Следующий, бля. Будем двигаться дальше. На нахуй. Не взрывайте эту хуйню, бля. Прайс и Инграм за этими дверьми. Отойдите, мы взорвем их! Вперед! Ураганный огонь! Ах ты, батюшки, американцы! Не, блять, хуй пальти, знаю. Малость пошумели, так? Да ладно. Ходить я все еще могу. Ну то встав нахуй и пошли, блядь. Капитан Прайс. Придурок. Капитан Фоули, где майор Инграм? Они переводят его в лагерь. Но волноваться не о чем. Я подслушал, куда именно. Прикройте меня! Джон Рэмбо, сэр. Я не вижу грузовика, сэр. Отлично. Помогите капитану Прайсу вылезти из окна, он ранен. Пиздец, что тень говорит? Пора собираться, мы уходим. Капитан, что с майором Инграмом? Мы вернемся за ним. Ходите. Все, до следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.